Грандиозная распродажа в посудоцентре, скидки до 50%! Это же невыносимо! Посудоцентр. Невероятно выгодно. Распродажа оправ 2014 года. Скидки до 50%. Поступление новой коллекции. Надежда Плюс. Гоголя 37. Прозрение Куйбышева 60. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. В магазине «Посудоцентр» широкий ассортимент товаров для дома. Посуда, текстиль, бытовая химия, кухонные принадлежности, предметы интерьера и многое другое. До 26 июля проходит распродажа товара. Скидки до 50%. Ждем вас по адресу. Проспект Машиностроителей, 40А, торговый центр «Дома», второй этаж. Салон оптики «Надежда Плюс», распродажа оправ 2014 года. Скидки до 50%. Поступление новой коллекции. Салон оптики «Надежда Плюс». А теперь о прогнозе синоптиков. Предстоящие сутки над большей частью территории Урала и Западной Сибири ненастный циклон продолжит формировать пасмурную погоду. И лишь на юге регионов с ростом атмосферного давления облака поредеют, осадки пойдут на убыль и вскоре прекратятся. В Тюмени плюс 20-22, кратковременный дождь, Челябинске 22-24, без существенных осадков, в Екатеринбурге 19-21, кратковременный дождь, гроза. В Кургане переменная облачность, без осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 12-14. Днем в Кургане переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха плюс 24-26. Атмосферное давление повысится. 15 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!